В администрации состоялось заседание призывной комиссии, где был представлен отчет о выполненной весенней призывной кампании. С 1 апреля по 15 июля был проведен призыв граждан. 35 человек отправились служить в вооруженные силы России. Также на комиссии обсуждалась реализация поставленных перед военным комиссариатом задач на осень. С 1 октября начинается осенняя призывная кампания. На заседание будут приглашены 89 юношей. Задание на призыв отправят служить 10 ребят. По сообщению военного комиссара Сергея Сибилева, оно будет выполнено в полном объеме, так как желающих отправиться на военную службу ребят очень много.